Не умер, ага, сейчас. Я шаманом везде прошел? Везде прошел, значит, шамана пока не играем. Купец, купец у меня остался аж на двух локациях. Давайте купца-пупца на берегу, поехали. Поехали. Главное не забывать про обилку купца, а то я всегда забываю, что он может реролить магазин. Так, сразу же гончар, сброс, дом, рерол, гончар, сыр, сыр, зерно, рерол, собиратель, рерол, гончар, зерно, сыр. У меня, я сейчас зерном засру себе всю руку. Ну ничего страшного, на самом деле, здесь один ночной дозор все вытащит. Но еще одно зерно я все равно не могу юзнуть. Подскажи, пожалуйста, сейчас минутку. Безумно не везет с дропом персов. Но упало легендарное копье, сейчас наконец добрался до бесплатной Сянлин. Ее можно как мейн ДПС. Разгоняй, конечно. Конечно. Сянлин очень сильная, очень сильный мейн ДДшер. Да, вот когда зерно не можешь юзать, реролы за 30 как-то выглядят уже не так выгодно. Хотя вот этот можно сделать, рерол гончар и два сыра. Дом, удаление карты или благословение. Дом. Так, наконец-то зерно просеялось, хорошо. Сейчас еще скинем картишку и смотрим. Стена, дом обязательно, Флетчер неплохо, чернорабочий при развертывании максимального очка здоровья, когда труд завершен. Ага. Очень круто. Раван, смешайте все карты из сумки с картами из гробницы, получить плюс 10 за каждую тасованную карту. Ого. Ого. Денежки. Давайте так. Этот товарищ мне прям нравится. Так, стену направо расширяем. Советника или дома? Честно говоря, мне кажется, что я лучше три дома получу, потому что это налоги. И это крысожители для нового зерна. Три дома. Минус 5 для всего труда. Ха. Временный эффект стоимости для трех карт в руке толкать. Давайте попробуем. Раздом. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так, мастерская. Ускоряем труды, да, получается. Еще один дом и караван. Просто перемешали и какая разница? Я просто на халяву получил деньги только что. Это офигенная карта, караван. Перемешал и перемешал, какая разница? Зато плюс 100 монет, ничего себе. О боже, серьезно? Случайное строительство, зерно. Ой, случайное строительство. Это что, это очищение? Винодельня пришла. Не знаю, что он делает, но... Серебро не хочу, банкротство. Ну, не лидера. Ладно, одну сброшу, пофиг. Винодельня. Для каждых 120 секунд все союзники получают минус 30 вооружения на 10 секунд. Ничего не понял.
Пошел драться. Ну че ты так себе дерется, конечно, с крысками. Че ты так себе? Вообще, блин, может очистить все-таки. Толкать, кстати, прикольная карта. На начальном этапе частенько с сыром проходит. Он бац бесплатный. Да, звучит как неплохая карта. С один уровень лидера за половину золота. Конкретно в данной ситуации нет, сори, я очищаюсь от... Очищаюсь от очищений. И еще раз очищаюсь от очищений. Скоси. Еще один дом. Караван. 425. О, сейчас можно будет сбросить. Прибыл купец. Найс. Купец. Вышка всегда. Ферма, стена. Фрукты возьму. И дом, наверное, тоже. Что-то я перебрал, наверное. Надо было вначале сделку сделать, а потом выкупать. Вот это вот, кстати, гигантская ошибка с моей стороны. Ну ладно. Ну ладно, 20 золота, видимо, получим. Что ж поделаешь. Причем я смотрел на эту сделку и думал, во, ща получу денежки, класс. Получил, блин. Вся левая половина в домах. Жестко. Та-дам. Я очень хочу поставить сюда вышку, но я хочу вначале... Блин, если я не поставлю сюда вышку, я могу... Просто хочу стену перенести. И походу... Ничего, ничего страшного. Ничего, нормально. Домашняя половина. Ну убей, пойдите с ним подеритесь. Чего вы стоите и тупите? Боже, какие лохи. Минус все лучники прям сразу. Стена, отлично. Только если я смогу ее поставить. Могу, найс. Легендарочка. Минус 5 цена за перезарядку для всех полученных карт. Нет. Библиотека. Винодельня готова. Комиссия. Обновить случайную карту, когда сыграно, отправить эту карту в гробницу карт. Еще и X золото стоит. Случайную, да вы офигели, инвестиции. Ох уж эти инвестиции, о май. Вообще, честно говоря, может вышку обновить. Блин, но это не так... Это не... Долгосрочные вложения, это слабоватые. Все золото забирают. Я знаю, что инвестиции забирают все золото. Именно поэтому я их и беру. Они классные. А чего прохилились? Не понял. Главное их вовремя сделать. Вот теперь можно и вышку поставить. А он даже один раз копьем ударить не успел, бедняжка. Ай, блин, дурацкие красаны, которые проходят, да, сейчас. Удалить карту, дом, уровень лидера. Удалить карту, избавляемся от вот этих всех. Так, надо перетаскивать. Ставить сюда юнитов. Хотя... Не, здесь пускай парочка танков стоит, а этот пускай убегает. Но вот слева у меня, конечно, жопа. А
еще на поражение равное налогу. Ах, вот оно как бьет. Ну, пора инвестиции делать. Поехали. На 900 монет. Пора, говорю, торговец. Угу. Ну, кстати, довольно слабый торговец. Я, может быть, его сейчас рерольну. Сколько у меня 14 секунд на это дело есть? Сейчас через 5 секунд я сброшу пару карт сделкой и посмотрю. Вот вы... Да, здесь получше явно. Вышка, трактир нафиг, Флетчер, ночной дозор нафиг, наемник неплохой. Мародер тоже классный, ремонт? Не, не хочу. Зерно. Уровень лидера, собиратель, дом Флетчера, снос! Осталось его улучшить. Не знаю как, но осталось его улучшить. Бабочки, спасибо. Ни одной не вижу. Вижу одну. Так, а мобы пойдут другие, кроме одного фетича? Пойдут с этой стороны. Еще одна вышка у меня, да? Не, ну снос это, конечно, вообще супер круто. Сейчас мы... Для начала мы сносим камни, но сейчас, в ближайшее время, мы... О боже мой, надо было, ошибочка, надо было сейчас сносить дом и ставить вышку. Я не увидел, что крысаны бегут, вот эти вот жесткие. А, мы справились, фу, боже мой, слава богу. Нананхуши. Фу, половину золота, мне скоро 900 придет, поэтому давай сюда советника. Минус стоимость экономических. Почти сыр бесплатный. Кто-нибудь видели бесплатный сыр? Мышеловки. Сброси две карты временной стоимости сброшенной карты. Вот это офигенная штука. Инвестиции пошли нафиг. Так, слева тоже идут. Угу. Так, я сейчас денег заработаю больше, если скину тебя, тебя, и скину тебя, и еще один рерол, потому что нам нужны юниты. Да что ж такое-то? Все еще могу спокойно сносить камни, которых больше не осталось. Что один дом с ней перенести? Нет. Защищается домом, да, дом их дефает нормально. Дровосек. 20 стоимость всех строительных. Нет, обновление мне, по-моему, не очень нужно. Что я сказал? Что я сказал только что? Про обновление. Никаких трущоб. Нет, нет. К трущобам мы не готовы, извиняйте. А, вышка второго уровня. Там-та-дам-там-там-там-тарарам. Сносим ферму. А, переставляем ферму. А, Флетчер-караван. Стена, монастырь, политика, это что такое? Минус временный эффект стоимости для всех карт в сумке. Рыболовство. Наверное, даже ремонт сейчас возьму. Наконец-то стена, боже мой! Инста переделываем рыболовство.
Ремонт сюда. Такой. Фаст ремонт такой. Плюс денежки. Хорошо. Ага, опять идут справа. Это очень хорошо. Благословение. Не, наверное, нет. Сегодня будет поя. Сегодня будет поя. Я же обещал, что будет. Я хочу хотя бы одну победную сделать. До 15-го возвышения добраться. Такс. Тебя перестраиваем. Скоро как раз от сыра избавимся. Я не знаю, эта херня ничего не сделала. Абсолютно винодельня. Для каждых 120 секунд минус 30 вооружения на 10 секунд. Что? А, они медленнее теряют вооружение. Я понял. Она так тупо написана. Но вот сейчас я понял, кажется. Такие с ракушками, конечно. Ох, профильные. Ага. Блин, торговец без рынка, конечно, это грустно очень. Слева идут дом. Нет, дома мне уже не нужны, хватит. А вот еще одна способность лидера. Четвертый уровень. Так, снос. Резко переносим вышку направо, потому что здесь сейчас будет жопа, там еще и босс-волна бежит, как бы. Денежки. Гвардия. Мне надо, наверное, чаще реролить, не знаю. Еще одна вышка, сюда же. Может быть, попробовать инвестиции? Не, что-то... Что-то 4 ты... Нет, 4 тысячи инвестировать я не готов. Ну, я не уверен, справлюсь ли я сейчас. Минус дома, да? Минус дома, ничего страшного. Боже, сколько у меня бесполезных экономических карт. А ну верните мою ферму. Амбар. 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 Аптека. 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 Легендарочка Золотая башня. Ну неужели? Фух, хорошо. Золотая башня за ноль почему-то. Не знаю почему, но пускай будет. Теперь... А, я ее скинуть, что ли, успел? Или что? Апартаменты. Оу май. Ну, тут точно берем. Стену. Мародера пора брать. Рыцаря. Домик не будем, наверное. Это что, строительная мастерская? Минус весь труд. В ближайшее время пора бы инвестировать, но инвестировать можно только, когда готова ферма, чтобы какой-то начальный капитал получить. Перестраиваем направо стену. Так, строительство хорошее пошло. Только заметил RTX отражение на воде, да, они тут есть такие. Минус три жителя, у нас плюс апартаменты сейчас будут, так что время сброса карт, минус 6 налог, плюс 1 советник, стоимость всех карт экономики. У меня и так дешевые карты экономики, поэтому я лучше советника возьму. Сборщик, 1 секунда цикла. Дани, что ли, налогов? Ресторан 40, золотой лучник, хорошо.
Давайте переставим направо золотую башню. Слева оставим две обычные вышки, а справа поставим золотую. Мародера надо сыграть. Наконец достал козочку. 81 ролл. У меня дилемма. У меня есть луки фавонь, церемониальный. Какой лучше? Церемониальный. Еще три формы. Три формы превращаю... Ну, смотри, если хочешь наносить урон... Три формы превращаешь в лук-серп. Он же полумесяц. Или как-то так. Если хочешь саппортить ей и наносить урон, церемониальный или фавоний. То есть в зависимости от того, как ты хочешь отыграть, в принципе. Так, я очень хочу инвестировать сейчас, когда там ферма. Скоро. Скоро ферма. Только перед этим снос небольшой сделаем. Вышку переставить направо. Или... Нет, подождите, вот эту штуку построим. Апартаменты перестроим. Теперь инвестиции... Инвестируем. Теперь бы денежку. Пивоварня, ого, да. Пивоварня, о, да. Сейчас немножко денег, хотя бы чуть-чуть с фермы. Дай мне денег. Время задержки волны на 5 секунд, плюс 30 времени на ремонт зданий. Ух, блин, пожарная безопасность. Минус 30 скорость ремонта зданий, минус 5 налог. Честно, я переживу 5 налога. Базар, пекарня, базар. Блин, базар — это продажа карт, да? Это круто. Караван еще к тому же. Угу. За каждые 360 секунд минус 20 стоимости карт в руке. А пекарня выглядит как говно. Имхо. Хотя... Амбар надо перестроить. Так, вроде бы здесь... Не справляются, ни хрена не справляются. Денег-то нету. Когда у меня инвестиции придут? А вот и пошла жопа. Зря я не перенес обычные вышки. Очень-очень-очень зря. Инвестиции! Пожалуйста! Я охренеть его ваншотнула. Щитовики не дают башне стрелять нормально. Так, мне сейчас придется переставить одну вышку вот сюда. В любом случае. Золотая стрела. Может быть, она затащит? Да что-то как-то не хватило, да? Вот вам, блин, и все инвестиции. Эти все еще не справляются, да? Не успел, да? Не успел. Ну, походу, все, да? Я не могу их налево отправить. GG. Где налоги на стрелы? Нету их. Нету их налогов. Эх, рыцаря бабнуть.
Жесть. Да, мини-игра со стрельбой, когда я уже проиграл. Ага. Чё, он не отменяется? Кек. Найс, если попробовать отменить игру, мини-игру со стрельбой, игра зависает. Класс! Ну, собственно, это был луз. Вот мы и проиграли. Не, ну я хочу сегодня одну победную в Крысополисе сделать, поэтому ща пойдем еще каточку. Metropolis, the ancient metropolis, granted us safety and prosperity. Купец и капитан сегодня не зашли. Из-за этого я уже везде выигрывал, да, за алхимика. Ну да, у меня остались воин, капитан и купец для победных. Вернемся к воину в нашем ненавистном лесу. Ой, жесть какая. Там-та-дам, та-дам, там-там-там-там-там. Денег нету, да? На сыр? Кекве? Хороший воин. На сыр денег не хватает. Жесть. Не воин, это неудачник какой-то. Сразу карты или расширение. Ну, лучник с задней шеренги хорош. Этот чувак вообще меня дефать будет очень долгое время. Ну, у лучника рост. Блин, ну это синий. Конечно, кавалерию. Там-там-там-там-там-там. А, торговец идет, а я, блин, кавалерию выставил. Гений. Обувной рынок, ага. Сыромятню взять для премии. И за страховку. Видимо, обувной рынок. Ну, может быть, еще успею его выкупить, кстати. Да то должен успеть. А, уже 50-ка. Фак, 4 секунды на сброс. Вот. А, застраховка же через какое-то время только деньги дает. Ну, рынок успеваю купить, да. И охоту сейчас могу сделать, в принципе. Угу. Он воин, а не сыровар. Так, сыр. Деньги, строение. Может, сыромятню апнуть? Типа, самое начало игры. Блин, молоть офигенная карта. Давайте сыромятню. Качнем, пускай больше премия приносит денег. Расширение. Что из них сыромятня? Ты? Поскольку по 6. Не то чтобы заметно было, но... Что она больше приносит? Чё-то за страховку стрёмно уже. Он чуть не сдох, этот кавалерия. Еще одна милиция. Блин, вообще советник за сотку у раненой крысы. Это хорошо. Чё по советникам? Налог на каждое построенное здание. Опа! А это значит, что вместо расширения мы начинаем строить дома. Mm-hmm.
Да, я знаю, как застраховка работает. Хила нет пока. Минус уточка. Минус уточка. Она, кстати, танчит. Она вместо этих. Это прикольно. Уровень лидера минус половина золота. Убрать одну карту. Мои соболезнования, ребят, но я хочу мятежника убрать. Расширение еще карта сырный рынок. Блин, молоть. Ну, лучше гладиатора на самом деле взять. Опять же, это крысожители. Страхуемся. Ай-яй. Бувной. Уже один есть, да? Второй не хочу строить. Сырный рынок, говнище. Охота, еще одна. Фу. Вот этого берем. И стену берем. 70 золота и 2 карты запаса, если никто не умер за 15 секунд. Блин, ну вообще можно попробовать. Премию поначалу тоже не так уж плохо, на самом деле, апать, наверное. Так, я, честно говоря, сомневаюсь, что сейчас кто-то умрет. Я еще юнитов поставлю для этого, чтобы никто не умирал. Может, реально беспорядки, премию по чуть-чуть апать. Советник, 3 карты дома. Дом — это наши дополнительные премии, правильно? Поэтому вместо советника плюс 1 налог, да. Не премия, а налог, вернее. Значит, застраиваемся домами. Ну что ж, готов я поставить готовность сейчас. А лучше всех вначале перебить, а потом готовность поставить, правильно? Ну что, уточка-то может и умереть сейчас внезапно. Двигаемся направо. Застраховка зерно. Уровень лидера. Расширение. Мне нужно... Вот сейчас уровень лидера, пока у меня 5 карт в руке. Мощных. Все выставляем. И найс. Угу. Налоги больше, зато премия за хорошую службу. Еп. Сейчас кто-то может умереть в теории. Вполне. Хотя... Ну, может, может. Кавалерия может сдохнуть. Поэтому я не уверен, хочу ли я этот труд играть. Угу. Блин, меня бесит, что у меня стрелки пока только классические копейщики. Не круто. Кстати, уточка таки выжила. Дефект! У меня пока вообще ни одной, по-моему, карты нету, на которую я нажимаю, да? Но это же, блин, дефект. Он офигенный. Нет, Блюбери, нет. Still not yet. Надо было вы вот эти вот выставлять постоянно, для того, чтобы они качались по чуть-чуть. Ну, красаны бегут, бегут, смотрите, а, какие. Ишь, какие мерзкие. Так, теперь уже никто не умрет, наверное. Ага. Получить карту. Или еще дом, рынок. Рынок. Ну, рыболовство круче, чем рынок, правильно? Это по сути, усиленный рынок. Купец,
Стена, уровень лидера нет, наверное. Хотя внутренний двор. Плюс один красожителя каждый раз, когда используется способность лидера. Раз в 100 секунд. Ну, это неплохо. Вообще-то, это почти то же самое, что крысина это. Здесь какая-то апартаменты выцепил. Блин, ну я не знаю насчет площади. Еще можно поставить, что на 83 стоит. Для следующих 15 секунд плюс рост для союзников. У меня не так много растущих союзников пока что, по-моему. Так что не так горит. Страховка, боюсь, сейчас мне только хуже сделает. Апартаменты строим тут или не тут? Три здесь. Не знаю, где тут. А, я зачем эти-то построил? Не то сделал. А вот теперь апартаменты. Это потому что это плюс налог. Теперь застраховка, защитную стену сразу же налево. Расширение, удаление, расширение. Хоть я еще не знаю, на что я хочу ее потратить. На апартаменты, скорее всего. Хотя вот эта штука плюс крысожители звучит интересно. Давайте ее апнем. Теперь по два будет от каждой обилки лидера. А обилка лидера у нас, в принципе, норм такая. Блин, и как мне этого гладиатора сыграть? У меня налоги 23 уже. Офигеть. Ладно, попробую застраховать, пока там фетичи идут медленно, топают. Может, никто и не умрет, а может, умрет. Не смейте умирать. Поняли, не смейте. Запрещаю умирать. Ваш лидер запрещает вам умирать. Отлично. Минус половина золота за советника. Давай сюда. Больше возможностей выбора карт. Опа, на одну сразу. Вот оно, ополчение. Вот это я хотел. Там, блин, плюс три крысожителя было, если никто не умирал, но... Я что-то сомневаюсь, что у меня сейчас эта защита будет работать. У меня же хилов нету вообще. Ладно бы хилы были. Да-да-да. Ивентик. Ну, допустим, 100%. Потерять все золото 249. Опять эти туркратские инвестиции. Не хотел сейчас тренировку жать. Пока что. Так, утка, умри, пожалуйста, вот прямо сейчас. Или наоборот, не умирай. Ты уж определись. Чтобы я готовность использовал. Дровосек, минус стоимость строительных. Так, а что по легендаркам? Арена или крепость? Вот в прошлый раз крепость оказалась какой-то бесполезной, если честно. Может, вообще библиотеку просто взять? На арену у меня хила нету. Сигнал. Хорошо, сигнал — это нормальная тема. 5 карт, получи опасность. Плюс 5 карт. Ну, опасность я не против получить, кстати. Библиотека пришла. Госыграем всех вот этих. Саз-заруба. Так, одну опасность слева можно сыграть. Только вначале надо было гончара играть, но ошибочка, да? Сейчас здесь утка умрет, скорее всего, кстати. Так, для торговца надо как раз деньги сейчас. Надо деньги, надо деньги, надо деньги. 6 секунд. Давайте, убейте их всех. 3 секунды. Кузнец, которого я не смогу взять, да? Бюджет. Плюс одна карта. Ладно, давайте бюджет и племя просто возьмем тогда, и все. Блин, кузнеца, конечно, жалко. Ну, что поделаешь.
Ой, уже эти ласки дурацкие ползут. Да, жалко кузнеца. Крепость отстой, арену сколько раз брал, толком разыгрывать ее время. Не, арена крутая, но всегда, когда ты берешь арену, нужна палатка. Вот если уже в этот момент есть палатка, то топчик. Для следующих 15 секунд минус 2 атака и плюс 1 броня. Это вообще выгодно. Рост союзников через здание, еще одна сыромятня, да нафиг надо. Лучше еще один дом построю. Атака. Какая у меня недалекая деревня, ну. Еще хз. Куда и что ставить? Готовность. 15 секунд. У меня есть 15 секунд. Ну, не знаю. Попробую. Я сейчас рог еще использую, поэтому надеюсь, все будет хорошо. И вообще затыкаю этих ласок своими руками. Найс. Вроде бы справился. Ага, справился, судя по тому, что вся рука заполнена. Удаление. Мне как бы надо уже удалять сыр, но... Расширение тоже крутая тема, правильно? Гончар за страховкой, зерно. Молоть лучников. Молоть лучников — это тема хорошая. Не знаю, на что расширение я сейчас буду тратить. Апартаменты уже у меня апнуты или нет? Сейчас посмотрим еще, что здесь придет. Вызов. Следующая способность лидера дает прибыль плюс один, но дает одну опасность. Ну, кстати, можно. Почему бы и нет? Ага, я еще не расширил апартаменты. Библиотека! Это же плюс одна карта. Салин поймал у козы. Но это нормально, Аркас. Там на нее повышенный шанс. Если чё. Там. Я, конечно, не хочу тебя расстраивать, но он там повышенный. Это одни застраховки, да зерна. Мне некогда картишки использовать. Стоимость карт навыка. Не, давай легендарку какую-нибудь. Блин, арена, конечно, классно. Встреча. Я вот в последний раз сколько не играл с этой встречей. Чё-то мне не понравилось. А вот банька — это всегда хорошо. Плюс одна карта за каждое семя. Чё-то я не вижу ни одного семени. Ага, мне баню ставить некуда. Вот так и думал, а вдруг придет 400. На 4 слота, да? Херня, вот ведь знал, что придет. Надо расширяться, стена сюда, успех. Одна карта передает силу другой карте. Выберите одну случайную военных из руки, уберите. Плюс 200 золот. Еще один молоть. Еще один охотник точно. Военный бюджет офигенный. Это крутая, если усиленная. А так, конечно, слабовато, мне кажется. Да, баньку построить не могу, конечно, пока что. А уже 14-я волна. Уже, наверное, поздно, блин, для бани. Еще этого кого-нибудь убьют. Да, сразу не сработало.
Они уже вообще не справляются, потому что у меня вообще хила нету. Минус 6 налогов. У меня много налогов. Минус 2 секунды времени сброса карт — это хорошо. Либо советник. Яростный патриотизм. Давайте сброс карт возьмем. Удаление. Дациров. Нет, давайте расширение опять возьмем. Расширение — это круто. Так, поехали направо. Сразу же племя. Расширение мы апнем. Себя, может, рыболовство. Пускай по 3 карты дает. Оно же 3 будет карты давать. 3 карты. Это круто. Рыболовство сильное. Сейчас сигнал, кстати, затащат, по идее. Ловись, рыбка! Кавалерия! Получается, вот я получил карту, получил плюс 3 крысожителя. Как только я ее сыграю, получу минус 3 крысожителя опять, да? Или сколько там? 2 крысожителя. Плюс 2 атаки за все военные. Сюда коррупция, нанести урон, равный максимальным очкам здоровья группы. Нет, фигня полная, да? Расширение еще одно. Что по картам? Смотровая вышка, еще одна. Еще одно рыболовство. Давай еще одно рыболовство. Может быть, оно и вышки нам создаст как-нибудь. Военный бюджет. О, сейчас, в принципе, неплохие такие картишки у меня в руке. Зафига за страховку перед самой волной играешь? Я потому что думаю, что я не теряю юнитов. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Но я в этом не уверен. Так, наконец-то можно поставить баню вот сюда. На бюджет сыр. Обычный бюджет. Гвардия. Молоть. Охотника. Апаем вот тут вот. Ну, кстати, клево оттолкнул охотника. Мне понравилось. 59 секунд. Что-то долго, блин, на самом деле. Оно... Беги. Готовность попозже сыграем. О, эликсир пришел, одноразовый молотобоец. Это хорошо. Их бы, блин, усилить на самом деле. У меня, блин, столько карт сейчас хороших. Мадам, минус 3 стоимости военных за каждую полученную военную. Да? Все военные карты за ноль? Спасибо, я не против. Звучит классно. Карту строительства. Кроличий участок. Отлично. Кавалерия. Еще одно рыболовство. Апартаменты. Так. Стена. Апартаменты. Кавалерия. Рандомный воин. Не, ну третье рыболовство. Это, конечно, жирно, но я его все равно построю. Так. А, куда? Угу. Главный вопрос, куда? Вот сюда мы поставим... Трехместная, да? Тебя, защитная стена направо, рыболовство куда угодно влезет, в принципе. Вот сюда. У меня какая-то рыбацкая катка получается. Минус 3 жителя. Ты пошли в нафиг. Соня. Так, ну сигнал очевидно не юзаем. Рыболовство второго уровня готово. 3 картишки, сырный рынок не нужен. Разыскивается после 60 секунд плюс премия. Найс. Плюс 3 крысожителя, если все выживут. Подождите, это что, новая волна? Уже? Я готов это сделать, надеюсь. 40 секунд. Не знаю, успеет, не успеет построить дом. Нет, карта. Мне бы юнит снос.
Осталось его апнуть. Жаль, у меня нет кузнеца, да? Обычный бюджет, военный бюджет, рыболовство, марш в течение. Создайте ауру скорости. Ну, допустим, слева. Я не помню, есть ли у меня обувной рынок. Мне кажется, где-то в самом начале я его ставил, да? Обувной рынок есть. Хочу ли я поставить еще один? У меня не так много места для него, да? Значит, нет. Так, ополчение. Сносить надо камни, которые очень-очень нам мешают строить здания. Да, вот здесь, например. Готовность, нет смысла играть. Не сыграет сейчас. Еще племя. Охотники, ополчение, кавалерия, кавалерия. Просто максимум армии. Максимум. Я понимаю, что они у меня умирают, поэтому... Поэтому мы вообще не паримся и играем их за ноль всегда. Еще сносим камень. Рок. Не говори. Угу, нету крысанов. Как так-то? Еще одно расширение. Блин, вообще героя бы еще апнуть. Вообще надо было племя. Бабочки. Та-да-дам. Там-там-там-там-там-там-там-там. Да, племя я зря не юзнул. Расширяем тебя. Вселяем тебя. Забираем. Так, что у нас здесь? Рынок и сырный рынок. Обычный рынок нам нужен, это же карты. Хотя у меня три рыболовства, может быть, и не нужен. Не знаю. Не, поставим. Справа не справляются. Я боюсь, что слева тоже могут не справляться, да? Минус 31 просто вот. Мгновенно я потерял юнитов. Мгновенно. Какая жесть. Цена карта, если в руке нет военных карт. Ага. Жесть. Какая жесть. Военный сигнал надо прям сжать. Академия. Ну, во-первых, расширение точно. Ферма, наверное, уже не нужна. Пивоварня, топ. Речь, временный эффект. Во, речь возьмем. Это что, снос еще один? Снос еще один, даже не знаю, нужен нам, нет. Да вроде все камни уже вроде бы снес. Пока он не сильный. Ммм, арена, которую ставить некуда. Да и не особо-то хотел, потому что у меня хилки нету. Кто? Это оружейный. Расширяем оружейный, чтобы все наши юниты дамажили побольше. Капан! Ха-ха-ха! Мы не готовы. Почему-то я уверен, что даже если я сейчас переведу всю армию справа налево, мы все равно проиграем. Почему-то есть у меня такое чувство. Да нет, вроде бы справились, наверное. Самых дальних убить.
Что-то шаманы и копейщики какие-то жесткие. Соня, Соня, Соня. Хорошо, выжили кое-как крысожителей 20 штук. Да куда мне 20 крысожителей? Куда? Плюс один советник за половину золота. Ну давай советника, чё. Может нормальный будет. 100 золота от карт труда. Наконец-то хоть какие-то юниты, да, пришли. Темные рыцари Академия. Вау. Давай вот этого. Внутренний двор — это крысожители, когда играю обилку, да, мне нафиг не нужен этот внутренний двор. Случайный советник. Был проведен обширный всеобъемлющий экзамен. Подать заявку могла любая крыса в крысополисе. Все усердно учились для теста, и когда пришли результаты, было много воплей и скрежетов. Бюрократ рекомендует вам нанять грузна с самым высоким баллом, но вы не уверены, действительно ли важны результаты тестов. Жмите случайно, наймите случайного советника. Ладно, скорость атаки для всех боевых зданий. Каких боевых зданий? Что это? Что такое боевые здания? Это какая-то классная вещь, наверное, да? Одни лучники, чекайте. Просто ни одного танка нету. Лагерь плюс 3 здоровья, который дает. Ну, давайте сюда поставим. Воины или еще один оружейный. Ну, конечно же. Блин, может вот это вот, когда единица умирает, ярость взять. Может это крутая штука, удалить 3 самых низких единицы в целевую группу для каждого удаленного. Давай 3 роста. Да они сейчас сами вырастут, я думаю. Не знаю, как я буду сейчас... арена. Любой полученный урон делится между выбранной группой. Я не знаю, что я буду делать, когда враги пойдут справа. Скорее всего, умирать. Потому что у меня там юнитов нету. Снос. Что я хочу сносить? Ничего я не хочу сносить. Да-да-да. А еще слева у меня стен нету, нифига. Где стены, блин? Че такое? Раз стена, два стена. Да и зачем я всех направо-то? Налево. Мокуру-хогуру. Для скольки? 10 секунд? Маловато. Опять лучше, что ли? Возможно! Не знаю. Не, пытаюсь поставить юнитов направо. Советник имбовый пришел. Мадама какая-то прям. Ух. Просто, ну, я не трачу деньги. Вот что круто. Я не трачу деньги, когда играю юнитов. Вот это очень хорошо. Кроличий участок. Мне бы еще как-то от картишек избавиться не нужно. Ну, кстати, нет, может и не луз. Может и не луз пока. Хз. Рыболовство, игральные кости, всадник. И еще у меня просто много денег. Не, ну пока живем, вы теряете все золото, половину, некоторые здания разрушены. Половину и некоторые здания разрушены. Давай, я попробую их починить. Как же мне надо удалять карты, этот сыр достал. И снос тоже не нужен. У меня не было обновления карты только что. Не видел, но вроде бы не было. 2 медика! Ну неужели? Хоть что-то!
Плюс 15, плюс 4 золотка, рост завершен. Говно, премия. Можно, можно посмотреть, что здесь. Памятник. Ну, можно попробовать премию, в принципе. Что тут у нас? Медики! Ура! Уа-уа. Я даже не знаю, ставить мне этот памятник или нет. Пускай будет, они там что-то ходят. Рыболовство достало рыболовство. Классика. Станция помощи. А, пожалуйста. Еще один оружейный. Не знаю, они просто все умирают. Опять же, направо пойдем. Может быть, мне опять переводить юнитов, а? Может быть, я не знаю. Долбаная 23-я волна. Что может быть просто хуже в этой игре, чем 23-я волна, да? Так, ярость, ярость, ярость. Вот прямо вот сейчас, вот прямо вот сюда. Станцию помощи поставить. Эфстрим? Нет. Пожалуйста, скажите, что вы справитесь. Какие же жесткие эти ящеры просто. Обновление выбранной карты. Ну, пора бы снос уже обновить, да? Я даже легендарки не стал смотреть. Одну карту из трех навыков. Минус два красожителя. Преобразовать одну в легендарку. Посмотрим. Руководство. Способность лидера ускоряется. В течение следующей целевой группы исцеляется. Когда получают урон, подкрепление. Плюс одна военная карта. Пока у вас в руке 9 карт. В руке что? Типа плюс одна военная навсегда, наверное, да, имеется в виду. Блин, 9 карт в руке. Нет, ну такое возможно. Главное не забывать его играть. Давайте попробуем. Так, снос второго. У меня же вообще ни одной вышки не пришло, да, за всю игру сейчас. Сносим вот эти штуки и их же качаем, чтобы наши юниты наносили еще больше урона. 15 секунд маловато. Мне бы еще одну стену подкрепления. Пока 9 карт. А у меня 4, 3, 4, 5, 6. Понятно. Понятно. Может, попробуем хотя бы сыграть? Не, подождите, они просто пришли и все. Я... Это неправильный перевод. Это добери карты до военные карты до 9 в руке, лол. Вызов. Способность лидера геройствовать. Плюс постоянно 4, требуемое. Но это рандомной карте. Случайной военной карте в руке. У меня нету случайных военных карт в руке. Вот ярость, кстати, должна тащить, я думаю, что. Где стены-то? Да нету стен. Не приходят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подкрепление. Усиление тренировкой и всех сюда. Матаня. Геройствовать надо было тоже взять. Сигнал еще один. Блин, еще один сигнал. Это, кстати, круто по очереди их юзать. Либо улучшение. Давайте-ка сигналы. Плюс 3 атаки как-никак. 3 карты шприца. Ну, конечно же, давай сюда своих червяков.
Стена или монастырь? Монастырь охренеть как нужен, но уже как-то поздновато, я даже не уверен. Мне кажется, лучше я пивоварню возьму. Самое плохое, что вот эта стена прям вообще уничтожена. Я предлагаю всем сдвинуться вот сюда. У меня же здесь одни лучники практически. Снос второго уровня. Я еще не построил этот сигнал новый. Давайте-ка мы снесем палатку и сразу же поставим новую. О, центр безопасности. Прикольная штука, но некуда ставить-то. Хотя вот здесь можно. Да сколько он места занимает? Что за говно? Починил поя? Да, давно уже. Минус два крысожителя. Ну ладно. Одноразовые потопы за денежку. Ну ладно, минус два крысожителя на этой стадии. Это ни о чем. То, что я не могу пивоварни сыграть и племя, это плохо. Ля, смотрите, какой танк. Мне нравится. Боже, неужели я вытащу? Удалить карты. Как же надо сыры удалить? Боже мой. Гораздо важнее, чем усилять сейчас другие карты, да? Не другие карты, а строение. Так, сигнал первого уровня активен. Оружейный плюс 2. Давай оружейный плюс 3. Соня, Соня! Сейчас подкрепление можно будет под усиление юзнуть прямо на волну с боссом. А я успею торговца прожать? Фу, успел, крыса-знаменосец. Стены две штуки, игральная кость для следующих 10 секунд, плюс 100% броня выбранной группы. Ну, 100% умножить на 0, как бы странно это ни звучало, равно 0. Преобразуйте 3 во временные с нулевой стоимостью и добавьте в руку. Блин, я могу отсюда перенести парочку. По-моему, я большую кавалерию выкинул, не? Да нет, вроде бы. Короче, поехали. Усиленный медик, точно. Крыса-защитник, всадник, лучник, лучник. Кавалерия, булава, защитник. Осталась только гвардия, но хер бы с ней. Ярость на эту группу. Молотилка. Еще одна молотилка, знаменосец, картишки, хилка, баф, рыбы. Неужели я выиграю? О боже мой! Неужели мы, блин, вытащим? Здесь расширяться больше некуда, да? Арена под хилку. Арена. Да. Right fucking now. Я не помню, есть ли у меня пожарная станция, но мы ставим еще одну стену в любом случае. Ставим пожарку. Ставим монастырь. Делаем рыболовство. Рыболовство. Тупо ловим рыбу. Апартаменты. Кавалерия, ополчение, медик еще один. Теперь вы знаете, что подкрепление топ-карта. Да, выглядит неплохо. Надо просто разные картишки пробовать. Всегда. Еще одна арена. Не, ну еще одна, это как-то жирно будет, да? Медики за 6 монет, это, конечно, нечто. Хотя...
Станция, медстанция восстанавливается гораздо быстрее, чем... Сейчас бы пивоварение еще, да? Юзнуть. Так, вот эта штука. Вот эта штука. Мне нужны сносы, а они не приходят как-то особо. Че, справился? А еще племя всегда должно быть использовано. Снос. Кстати, о сносе. Можно снести одни апартаменты и построить апартаменты более высокого уровня. Академия. Че, академик, что ли? Советники по навыкам. Военные советники. Сюда максимальное здоровье. И следующая развернутая единица усиляется. Хорошо. Расширяемся. События. Все ваши карты экономики превращаются в военные. Все ваши военные превращаются в карты экономики. Мудрее, мудрость старейшина. Что? Лидер, пожилая крыса, ищет с тобой аудиенцию. Утверждаю, что у нее есть опыт в государственных делах. Нет, нету. Через мгновение крыса с усиками такими длинными и серыми, хромая, направилась к тебе. Простите мою наглость, но ваши действия и политика приведут город к проклятию. Вы должны изменить свой путь сейчас, пока не стало слишком поздно. Пошло, арестуйте этого глупого грызуна. Блин, ишь ты какой, а? Бабочки. Рыболовство, ща, подожди, рыболовство. Расширение. Апартаменты тоже апнем. Арена когда будет доступна? Первая. Первая арена будет доступна довольно скоро. Но изну я ее только после... Так, вначале сигнал. Соответственно. Настырь, уберите этот сыр, пожалуйста. Будьте добры. Так, поехали. Арена. Что-то кто-то даже умер. Блин, это плохо. Ну, ничего страшного. Мы восстановим нашу армию. Вообще без проблем. Все, армия восстановлена. Еще одна арена. Не, пожалуй, пока не надо, да? Мед. Ой, темный рыцарь прям хорош. Сейчас. Блин, временную карту удалил. Еще удалить сыр. Наймите военного советника, спасибо. Скорость передвижения союзников, когда движутся к врагу, найс. Сверхлечение. Восемь секунд. Что есть особый случай? Уберите одну случайную военную из руки. Готов ли я попробовать еще раз всех продамажить и всех прохилить сразу же? Думаю, что готов. Надо было стену перестроить, но уже не успею, наверное, да? Да, уже не успею. Я так ждал вот эту карту. Что?
чтобы сделать так, а потом вот так. Че, переводить всех направо или нет? Я, честно говоря, не знаю. Так, когда арена восстановится? 19 секунд. У меня есть время. Да. Сейчас арена плюс хилка. А потом всех выставить усиленных. Нет, да сразу выставить всех усиленных. С медиками тем более. В пачке. Давай, арена, давай. Не подведи, монастырь. Зерно, уберись отсюда. Хоба! -5 крысанов получилось. Ну ничего страшного, это мало. Боевой клич. Плюс атака для выбранной группы. Нормас. Два сигнала доступны. Идеально. 85 на 23 лучник. Ясно. А что с ним не так? Почему у него такие статы? Большая черепаха сюда подошла. А жесткая черепашка, конечно. Ну ничего, сейчас как раскроется, наши ребята ей покажут. Четыре обычных врага. Или не покажет, не знаю. Чё ты такая жирная-то? На, я тебе сам по глазику потыкаю. Во, она ещё юнитов призвала. Ну все. Наконец-то мы затащили воинам в лесу. Боже мой. Броню не играй. Да ладно, броня тоже нормально. Фух, окей. Когда-нибудь этот безумный старик добьет своего, сложно представить, что кто-то вообще на такое согласится, учитывая, что он всегда приходит на 20 плюс волнах. Да, если бы он приходил пораньше, это было бы логично, а так... Выполнить. В два зоне сделай 100% увеличенную премию. Ладно. Охотник на монстров. 2.70, это же ведьмак! Когда развернут, плюс один атака для каждой дополнительной премии. Охотничья башня. За каждую одну секунду запускай стрелу, которая совершает поражение, равное 50% от дополнительной премии. Как вам вот такое, а? Последние картишки открыли за воина. Бахаш уроном от премии. А, это урон. Увеличение премии. Увеличение урона, ясно. Получи золото, равное 500% от дополнительной премии. Ну, это единственная карта в игре, которая позволяет узнать, сколько у тебя, какая у тебя цифра премии. Окей, найс, да, все карты воину прокачали, больше за него играть не будем, капа. Стоимость перезарядки увеличивается на 20, ясно. Ну, окей, давайте пойдем поиграем немножко в поешку.